Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби», третья часть. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. В общем, предыдущая серия оказалась для меня прям, такой. В общем, здесь надо, друзья, конечно, подкачиваться. Я уже подкачался. Сейчас мы с тобой еще даже немного тут походим, побродим. В общем, давай перейдем во вкладочку «Растения», и, как ты видишь, у нас... чуть-чуть не хватает до нашего вот топового самого растения. Я его обожаю, ребята. Хоть и дракончики все вот выбирают дракошу, но... Его, кстати, можно до 6-го сейчас прокачать. Ну, что-то вот не особо он мне прям заходит, друзья. Как-то вот не знаю. Вот дерево собака. Я думаю, ее стоит прокачать. Plant food я, конечно, не делаю. Вот насчет вот этого вот. Давай-ка посмотрим. Опа, 2000 надо накопить. Офигеть. И также я, кстати, на кабачок. Я его тоже обожаю. И тут... дамаг 2000 надо копить, офигеть. В общем, сегодня мы с тобой сейчас пиньяты пооткрываем. У меня там пиньят, блин. Также босса, я думаю, мы с тобой победим и пойдем в это. Так, хорошо. Что у нас тут? Complete today броньяк теск. Ага, старфермер. Все, хорошо, сейчас мы это сделаем. Надо открыть пиньятку. Я очень надеюсь, что знаешь, что... Сейчас, да, это не такую пиньяту надо, а вот такую вот открыть. Ну, мы можем деревянную какую-нибудь такую открыть. 14 часов. Я за это время попытаюсь, друзья... Кабачок, отлично, отлично, отлично. 54 у нас также голды. Забираем мы с тобой и можем уже найти босса. Я думаю, стоит это сделать. Вот босс. Пиньятку мы с тобой сейчас откроем, самую прям наикрутейшую. Все, let's go, друзья. Блестки. Блестки. Прикольно. Босс такой. Так, давай пос... Ух ты, офигеть, целая сцена. Целая сцена, друзья. Вот это уже интересно, что-то новенькое. Так, хорошо. Тихо-тихо, 2x мы с тобой вырубаем. Все, первый этап пройден, ребята. Просто вишню мы с тобой разместили. Но, блин, зачем я это сделал, ребят? Ну для чего? Так, ну ничего. Ничего, не сдаемся, ребят. Мы с тобой можем и вот так сделать, и вот так. Поэтому все окей. Так, а на кого же мы с тобой? Во! Все, давай посмотрим сейчас. Пожалуйста, ребята, вперед, двигайтесь. Блин, видишь, она... Окей, окей, понятно все. Блин, ах ты гадина просто. Вот этого я ожидал. Вот этого я ожидал, ребят. Офигеть, посмотри, как она валит. Уи-уи-уи. Но нам надо, конечно, кабачками сейчас будет атаку начинать. То есть, например, вот так вот сделать. Раз, кабачочек, на, просто больше половины, офигеть. Он, видишь, рубанул. Так, можем также разместить. Я не знаю, просто нам надо сейчас еще дождаться. То есть мы давай 2x включим. Не знаю, что нам тут у моря погоды ждать. Маслица вот так вот сделаем. О, начали появляться, смотри какие. Так. Все, готово. Отлично, уделали мы ее с тобой. Кабачок, это просто офигенная тема. Итак, все, мы с тобой прошли 80. Господи, офигеть, сколько я получил. И пиньяту, это самое важное. Бамбук. Пожалуйста, пожалуйста. Ух ты, блин, неплохо, но... Дракон, 6 драконов, офигеть. Блин, не то я хотел, не то. Блин, ну надо, конечно, друзья, я в одиночку здесь, конечно, прохожу немного, пиньята еще пооткрываю. Вот, я уже понял, что это надо делать. Это надо делать, друзья. Все, идем открывать еще пиньятки. Сейчас, надеюсь, мы с тобой заработаем немножечко... Блин, ух ты, отлично, все, сегодня прокачаем. Идеально, просто идеально. Выбили. Так, догвуд, отлично. Золотая пиньятка, масло, патата, дракон. Ой, один, отлично, отлично. Ну, блин, просто один, но это как-то, не знаю. Но это топовое, действительно. Ох, еще один, отлично, мне сегодня вообще хорошо везет. Ребята, бамбук, сладкая картошка. Сладкая картошку я, кстати, тоже сейчас начал юзать.
раньше вообще не особо-то как-то любил, но сейчас она шахтеров призывает, и это супер. Ну, блин, 308. Ну, ладно, ладно, ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Друзья, 3000 мы с тобой накопили. Сейчас пойдем улучшать. Первым делом, конечно же, апгрейд вот этого надо сделать, да. Ой, супер, 7-й левел. Так, сейчас посмотрю. Страйк, я это делаю, конечно, но может вот это лучше. Насколько там буст, друзья, сейчас посмотрим. 3 на 3, но он, по идее, пока кабачок у нас может это делать, поэтому формация 600, прокачаем с тобой также эту штучку, 51 из 60, офигеть, у нас массовый еще 10 уровня скоро будет, просто супер. Так, давай, прокачиваем, 12500, боже мой, офигеть, 726, все, мы теперь, друзья, переходим в атаку. Так, что у нас тут? Файт. Я хочу, конечно, изменить команду. Так, кабачочек. У нас два кабачка, чихающие. У нас единственное, собаки. Собаки нету. Собаки. Вот это вот в этом, конечно, проблема, ребят. То, что я собаку сейчас как бы улучшил. Но я думаю, мы, в принципе, и без нее сейчас пройдем. 7-й уровень, в принципе. Короче, смотри. Сейчас посмотрим, шапка разваливается, отлично. Бум-пунь-пунь. Интересно, она добьет? Офигеть, она добивает его. Круто. Круто. То есть, если с самого начала, друзья, поставить, будет добивать. Отлично. Сразу же. На 6-м уровне не добивала. То есть, он летел там с самого начала, но было плевать. Так, ставим эту штуку, вот эту. Давай с тобой поставим. Раз. Так, хорошо. Следующее расставляем, ребята. Сейчас шахтеров повылазят, это пипец. Поэтому для этого нам надо сейчас, ребят, как-то вот сюда вот это все поставить. Да, вот этих я, кстати, не предусмотрел. Надо быстренько, друзья. Давай, кабачочек. Хотя бы двоих бы мог, кстати, зафигачить, но... Так, хорошо. Хорошо, очень-очень хорошо. Прям вообще хорошо. Так, и тут. То есть рядом вообще их мы с тобой ставим. Так. И сейчас нам надо... Без собак, конечно, будет немножечко тяжело. Тебе скажу. Так, интересно, вот сможем ли мы добить их? Вообще отлично. То есть, видишь, если что-то не получается, надо прокачиваться. Но я, блин, потратил, знаешь, сколько времени? Ты вот... Да ты можешь, наверное, представить. Прилично времени я потратил. В общем, картошечку эту мы с тобой улучшаем. Посередке, я даже не знаю пока, что мы с тобой там будем делать. Реди. Все отлично, симметрия у нас есть. Это тоже хорошо. Лия, это тоже. Так, эти гады сейчас ползут. Кабачок потом обязательно должны мы с тобой улучшить. Джетпак, атак. Здесь мы просто применяем вот эту штуку. Просто офигенно. Ты просто посмотри. От них ничего не остается. А вот на этого толстячка просто раз. Кабачочек мы должны с тобой... Запилить. На этого давай вот такой запилим. Так, тихо. Угу. Более-менее. Но я думаю, они добьют его. Офигеть, они просто круто. Вообще шикарно бьют. Молодцы. Я прям горжусь вами. Красавчики. Так. Тут придется так делать. Все, откопытился, да? Молодца. Инженеры очень-очень сложные сейчас пошли, видишь? К сожалению. Так, сразу не даем им пройти. Быстренько надо как-то вот так вот делать. Вот так вот можно сделать. Нам бы как-то все это так офигенно защитить. Не знаю, еще одну картошку поставим. Но это против шахтеров. Пока шахтеров, на удивление, нет. И это хорошо. Это очень-очень хорошо. Так. Ну, урон сейчас, видишь, побольше стал. Так.
А, ну все, это уже этап такой. Быстрее, 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 братишка. Давай, 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 давай. Блин, я зря. Тихо, тихо, тихо. Какого фига вы вообще там применяете? Нифига себе. Но этот гад, конечно, проржал. Поржал. Нет, нет, не то. Смотри, какой гаденыш. Просто офигеть. Вот в этом есть маленькая проблема. Видишь? То, что этот засранец, ублюдок, как он ходит. Он и туда, и сюда. Ну, сейчас мы его... Опа. Ах ты, сволочь. Видишь, он... Блин, какой он собака. Вообще, этот дедок, блин. Капец, что творит, конечно. Но мы его убили. Как будто за нас было такое чувство. Но мы можем с тобой до сих пор получить золотую пиньяту. Это очень важно. Итак, 2х не стоит. Это тоже важно. Так. Все, сейчас мы сюда ставим ту штучку. Так, так, так. Рассаживаем, рассаживаем, рассаживаем. Пусть они пока идут. Пусть не даем, точнее, даем наоборот им пройти. Пусть проходят. Теперь можно уже, конечно, применять. Так, по идее, мы можем и так сделать. Тоже будет нормально. Блин, я зачем я сюда-то ее вставлю? Ёпсель-мопсель, когда же уже научишься играть-то нормально? Че вообще творим? Ну ладно, ничего, ничего, ребят. Все будет нормально. Так, тут давай поставим такую штучку. Угу, хорошо. Раз, раз, раз. Отлично, отлично, все, спокойно. Убивает, добивает там. Прям приятно. Так, тихо. Ну-ка, стоять. Блин, вот ублюдки, смотри, что делают. Так, тут применяем, тут против них. Сейчас большая волна, финальная волна, большая волна, финальная волна. Так, слышишь, да? Сейчас пойдет гад. Мы смотри, как делаем. Просто вот так вот делаем. Оп, высрался, да, дядя? Все, то есть этот орех приманивает. Это прям вообще супер. Это прям вообще супер. Раньше такого, конечно, не было. Так, давай сюда ставим, устанавливаем. Ну и можно, наверное, включить быстренько перемоточку, чтобы быстрее все это наверняка было. Нам просто надо два рядка вот поставить, да и все. Так, этих ставим. Единственное, вот дедок только может поехать на коньках, и это нам усложнит жизнь. Поэтому два ряда как-то я что-то не особо привык-то, блин, ставить. Так, ну и просто, ребята, мы с тобой раз, раз. Игра на самом деле крутая, она все дальше и дальше-то будет... развиваться. Так, и давай мы, знаешь, как сделаем? Вот так вот сделаем. Как-то по-интересному так. Не знаю, что из этого выйдет. Вдруг хорошее выйдет. Так, все, погнали. Шахтеры уже идут. Ну-ка, масло на него не работает. Видишь? Ну, имеется в виду, пока он под землей. Так, окей. Все хорошо. Ой, этих маленьких зомбенков. Ну, это вообще, по идее, чертенята. Я не знаю, почему я зомбенок так называю. Ну, вот сейчас будет сморкаться. Сморкунки вот эти вот. Вот кабачок и тыкву. Тыкву, 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 тыкву. Так, инженер высрался. Дядя. Да, это плохо, конечно. Он еще, видишь, посередке, блин, идет. Что мне и не нужно. Так, хорошо. Так, тут это уже финальная волна, но... Не знаю, как-то пока еще вишню не хочу я применять. Она у нас суперсильная. Так, что делаем, что делаем, что делаем, что делаем? Просто, наверное, кабачок сейчас заюзаем. Оп. Так, тут уже пора, видишь, проедают как.
Так, вот и волна. Так, ну я думаю... Сейчас, тихо-тихо-тихо, если что, вишенка у нас есть. Так, вот двоих там, пусть будет так. Блин, он еще идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это вот, это хорошо, что кабачок этот спас, потому что... Ох, боже, чуть не просрали. Он, видишь, он прям своим джетпаком чуть не дошел. Жопа какая вонючая. Так, давай ускоряем, наверное, время, чтобы быстро его добить. Все, отлично, отлично. Еще один уровень мы с тобой выиграли. Осталось всего два. Всего два, и мы с тобой... Ой, блин, я буду очень-очень сильно радоваться. Так, двоих отключаю сразу. Так, смотрим, где пойдут. Вроде нигде. Ну, главное, чтобы не летали. Когда летают, это пипец. Тогда начинается. Детков хорошо, что мало. Но они, видишь, они как бы такие фиговые на ракетах. Мы их можем спокойно уничтожать. Просто единственное... Ну... Так, посередке я поставил. Ну, это не самая такая интересная затея. Лучше всего две картошки ставить. Три картошки это как-то... Не знаю. Чтоб сюда, туда. Можно, конечно, поинтереснее. Вообще по-интересному тут все это расставлять. Хоть как можно. О, слышу, кто-то подкопы уже делает. А, не-не-не, зомбот. Так, ладно. И видишь, он как по приоритетной цели там фигачит. По нему. Но это нормально. Самое важное, что... Так, давай, Что эти кусочки разлетаются у них, как вот этот вот минометное растение. Блин, ну реально. И это хорошо. То есть на всех вообще действует. Можно сказать. Так, Така там идет. Госпожа Така, давай мы тебя это убустрим. Чтоб побыстрее все было. Так, хорошо. Сейчас хоть одну поставим мы с тобой. Сюда масло. Ну вот, вот какая-то вот такая вот у нас получается затея. Флагом машет. Вот засранец. О, так, отлично, отлично. Это неплохо, что он выдает нам так. Это молодец, дядя. Так, ну и давай посмотрим, кому мы так выдаем. Мы, значит, вот этому можем выдать, вот этому. А, у этого даже уже есть, офигеть. Чисто 5. Так, ну вот как раз эти мы отдаем. Все. Офигеть, красиво. Вот это красиво. Хорошо, что амброзия с этими. Во, она, видишь, еще останавливает. Тот джетпак. Так. Я уже увидел, что тут есть проблемка маленькая. Вроде нормально было, но что-то я как-то испугался. Смотри, вообще изи проходим. Так, сейчас только на этого кабачок тратим. Но мы с тобой, надо как-то все-таки потратить его это с умом. Угу. Так, рассаживаем, все нормально, пока не ускоряем. Не надо ускорять. Главное, чтобы мы прошли уже этот уровень, и там... Чтобы следующие враги были. Я просто хочу еще одну волну по-любому пройти. Ну, на новом уровне, на 19-м. Я думаю, с собакой нормально будет. Хотя амброзия неплохая. Вон, видишь, она чихает и вроде все отлично. Ну, а та будет кусать, и это нам тоже будет плюс. Хотя, смотри, нифига себе, как сморкается. Не, это плюс вообще большой. Нифига себе. Не-не-не-не-не, слушай, мне это нравится. Неплохой. Но урон маленький, конечно, вообще. Тут ничего не скажешь про него. Так, минус. А, все, это последний, да? Ну, давай тогда против последнего-то. Давай быстренько мы с тобой бум-бум-бум-бум-бум. Оп, все. Хорошо, мы выиграли. И все, последний батл. Последний, отлично. Просто великолепно, ребята. Ready, set, plant.
Так, сразу устанавливаем этого. Он его уничтожит. Это очень хорошо. Давай уничтожай. Так. Офигеть, он даже на полпути практически уничтожил. Вот это супер. Как так получилось, конечно, даже сам не понял. Так, сладкая картошечка. Так, зомби пока не вкусил. Ну-ка стоять. Так, вот сюда нам стрелять надо. Огонь, 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 огонь. Что-то они как-то подходят хорошо так, ребят. Что за фигня? Что за фигня, блин, Вот это вообще нехорошо получилось, конечно. Если честно. Не понял я, в чем прикол. Смотри, еще этот. Фух. Нифига себе, блин. Так, картошка его должна заманить. Тут мы с тобой увеличиваем скорость. Это самая крутая волна, типа. Но это меня радует, что мы с тобой можем спокойно теперь валить, конечно, их. Все, мы с тобой ускоряемся. Не, это меня очень радует, конечно. Так, давай сзади попробуем, я не знаю. Сзади он, по-моему... Ах ты гад, сзади он не будет. Жрет, смотри. Поджирает. Так, окей. Все. Отлично. Даже сами прошли так. А, что мы сделаем? Мы с тобой вот так вот сделаем, вот так вот сделаем. Раз, два, три, четыре. Блин, как-то это немножечко непонятно, как в плане... Так, картошка, конечно, такая уже надкусанная. Ну, хреновая, короче. Вот этого сюда. Вообще. Отлично, вообще просто прекрасно. Нет, это, слушай, супер. Ну, даже теперь не знаю, брать ли собачку или нет, потому что она прям... Нам как-то, ну, не знаю, хорошо, служила верой и правдой. Сейчас я как-то это... О, нифига, нормально, спасибо за атака. Это здорово, когда эти подходят. На. Минус. Вообще шикарно, вот это шикарная тактика. Тактика галактика, блин. Симметрия. Как раз, 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 раз. Так, ну только единственное, вот этот, конечно, такое себе. Угу. Что-то получилось непонятное. Ну, первый раз сработало, то есть прям ядреные как будто семечки, да, были. А второй раз непонятно. Во, лабораторный трюк, это надо сейчас нам, конечно, ребят. Но мне кажется, даже без этого сработает. Ну, более-менее, скажем так. Более-менее, потому что что-то все равно как-то чуть-чуть пошло не по плану. Так, есть. Остался только один. Все. Прикинь? О, все, его нету. А, не-не-не, така последняя. Смотри, така, офигеть. Все, выдало еще нам така. Все, мы спокойно на изи прошли. Офигеть, еще и пиньяту 7 уровня. Кабачок, амброзия, 402 монеты. Офигеть, просто обалдеть. Ребята, поздравляю нас, мы вообще молодцы большие. Но мы с тобой один уровень сейчас посмотрим. Новый. Бип-бип-боп. Так, это Sunflower, but why not in hacking? Они что-то там пытаются хакать. В общем, у нас лаборатория с этой открылась. Все, отступила эта штука. И вот на лаборатории мы теперь можем что-то такое замутить, я думаю. Ну, плюс какие-то растения там, семена будут хорошие. Поздравляем, ребята. Все ваши пиньяты повышены, да? О, мы здесь можем...
нашел. Над Кей. Мои старые усы. Ох, усы. Блин, что, Бонг Чон Кей? Что вообще происходит? Офигеть, здесь мы с тобой можем получать вот эту штуку. Каждый час по 5. Неплохо. Неплохо, я тебе скажу. Это довольно неплохо. Так, а что насчет... Что там у нас, собака? Та-та-та-та-та-та-та. Мы, конечно, я вроде сказал, что мы сейчас отправляемся, поэтому мы сейчас, сейчас, секунду, ребят, мы, конечно, откроем. О, 129. Ну, пожалуйста, пусть что-то будет годное. Вот именно, что мне нужно. Для кабачка прям вообще отлично. Чуть-чуть остается, ребята, и будет. Во. Так. Выходим, и вот следующий уровень у нас. 900. Ух ты, блин, ну-ка, кто там будет? Вау. Вау, просто посмотри, скелетон-зомби. Вау. А вот это уже круто. Блин, я помню, друзья, скелетонов. Как же я прям вот-вот обожал, друзья, этот йогурт скелетон. И ставь лайк, если ты тоже. Блин, это просто супер. Давай посмотрим. Конечно, мы сейчас... Так, 2х отключаю я. Нет, он даже не включен. Вон. А что они, интересно, умеют? Так. Мне кажется, они просто живучие. Как бы... Как зомби, но только скелеты. Скелеты-зомби, офигеть. Сосисочка, погоди, пожалуйста. Так. Но они вроде как... Но они просто немного сильнее. Блин, это не очень хорошо. Конечно же. Так, собаку. Блин, у меня уже собака есть. Ай, блин. Ну ладно, мы сейчас... Главное, чтобы она там это в стадию перешла. Опа. В смысле, скелета... Что? Что это было? У скелета появилось больше жизни? Что за фигня? Он бессмертный, что ли? То есть, если его сейчас не уничтожить, он... Офигеть, он воскреснет! Чисто бессмертный зомби. Офигеть, это просто капец какой-то, посмотри. Смотри, они просто восстают из мертвых. Я в шоке. Быстрей, 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 кабачочек! Офигеть просто! Блин, и еще у нас... Ну, ёпарасете просто! А, чё-то семечко куда-то ушло. Это пипец. Это, конечно, супер они придумали, но... И здесь обычный зомби. Вот так вот, то есть... Не, ну это как бы удобно, да. То есть подфармить, например, да. Это удобно, действительно. Но... Так, хорошо. Так сделаем. Не, надо одно отдать. Придется отдать, конечно. Так сделаем. Так. Ну тут хоть как-нибудь, я не знаю. Потому что это пипец. Так. Как-то надо нам картошечку. Как же нам картошку? Тут, видишь, собака немножечко не в тему вписывается. Не вписывается, блин. Не-не-не. Надо что-то другое нам. Чутка. Собака, она, конечно, крутая, но... Сам понимаешь, что-то не то. Офигеть, они чисто порвали. Боже мой. Скелетов уничтожает эта штука. Отлично, отменно. Фу, хоть что-то хорошее, хоть я что-то правильно сделал впервые в жизни. Офигеть. Так, ладненько. Но это, конечно, капец. Я такого не ожидал. Так, давай вот так вот сделаем раз. Кабачок здесь тоже потребуется. Но смотри, блин, они восстанавливаются. Это пипец. Пипец какой-то. Но они не такие, в принципе, прям супер крутые.
тут мы сможем с ними разобраться. Ох, и живет собака. Она справляется с ними, это хорошо. Это очень хорошо, ребят. Если честно, боялся, что это вообще будет пустая. Но не-не-не, собака вообще хорошо идет. То есть, видишь, как бы все так сбалансировано у нас. Сбалансировано. Нормально. Блин, гробов как ни на чего. Офигеть их просто. Просто посмотри. 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 Ну, этих, конечно, тоже немного сложно валить. Я все понимаю, ребят. Так, что у нас? Ну, вот это огонь. На. Сейчас единственное, только последнее. Это было круто. Это вообще очень круто было. Прям супер. Ну что ж, друзья, на этом мы с тобой, да, заканчиваем. Ключей уже больше нет, но рекламу можно посмотреть. Но 30 минут серии, в принципе, получилось. Друзья, не забывайте ставить лайки. А может, кстати, больше серии, фиг узнает. Или 40 минут, или 30. Ну ладно, на этом все. Бай-бай, дорогие братишки.